Матч ТВ – это, наверное, новая жизнь. Я хочу от всей души поздравить с двухлетием. Дорогой любимый телеканал Матч ТВ, поздравляю вас. Будьте здоровы, процветания и больше нам спортивных побед. 2 года – это серьезно. Так держать. Всем желаю успехов творческих. Канал поздравляю с днем рождения. И желаю, чтобы он еще долго-долго жил и процветал, и работал. Целые города становятся спортивными. Мы проводим много соревнований. Работы у вас будет много. Совершенствуйтесь. Новостная студия, я считаю, вообще одна из самых лучших на нашем телевидении. Замечательные комментаторы, которые посвящают нас во все тонкости игр. Мне кажется, собралась очень креативная банда. Мне очень нравилось олимпийское освещение гандбола женского. Да, я до сих пор это вспоминаю, у меня мурашки по коже. Мне все нравится. Желаю видеть больше разных видов спорта на вашем канале. И, пожалуйста, показывайте теннис. Возможность видеть просто-напросто спортсмена во всей красе. Это основная, мне кажется, миссия канала. Вы освещаете спорт, вы делаете из спортсменов героев. Героев нашей страны, героев мира. Пусть все будет хорошо, пусть спорт смотрит как можно больше людей, как можно больше людей им занимается благодаря этому каналу. Ну, от имени хоккейной семьи хотел поздравить Матч ТВ. Удачи, самое главное, чтобы развивались, продолжали в том же духе. С праздником вас, ура!